начинается большая жизнь, новый этап. И я безмерно рад, я еще до сих пор в каком-то шоке, у меня даже мурашки сейчас идут, насколько я счастлив. Мне даже и счастье, и грусть есть какое-то определенное. Не знаю, наверное, я лишь завтра, наверное, проснусь и пойму, что у меня есть диплом и что я закончил институт. Самая, наверное, такая превалирующая эмоция – это такое облегчение, потому что это был достаточно тяжелый путь протяженностью в 4 года, и хочется верить, что на этом вот такая вот карьерная история, она не заканчивается, а только начинается. Сегодня мы на выпускном наших дорогих студентов. Я, по-моему, так же волнуюсь, как и они, хотя вроде уже все страшное позади или самое сложное. Я очень рада быть гостем на этом мероприятии, очень рада, что я в том числе приложила руку к обучению наших дорогих ребят. Ребята, вы крутые, вы дошли до конца, и вы большие молодцы. Многие сдались, а вы дошли. У меня вот это трепетное состояние, это когда 1 сентября, и вот дипломы, вручения.